Доброе утро, друзья. С вами Любомир Борода. Это мой канал. Привет, я Любомир Борода. Здравствуйте, друзья. С вами Любомир Борода. Сегодня у нас... Пропустил кучу эфиров, которые, по идее, надо бы выходить, если ты ведешь свой видеоканал. Но так складываются обстоятельства, что мне иногда лень, а иногда у меня просто нету времени. И думаешь такой, блин, надо же что-то на YouTube записать, выложить, там же подписчики ждут, а потом начинаешь обдумывать и думаешь, ну блин, если я вот это сейчас сниму, не понравится какая-то фигня, это будет очень натянуто, а для этого надо время, и так, а то нет настроения, знаете, еще были перепады вот эти температуры, то весна пришла, то весна ушла, то опять зима, то опять дождь, еще что-то, снег, и короче... Ребят, если вы не подпишетесь на мой канал, то я замерзну. Ты вот решил, что все-таки интересно снимать, когда интересно, а не когда по графику. Вот, и сейчас, что мне понравилось, то, что я вроде как бы в последнее время практически ничего не снимал, не выкладывал, а количество подписчиков растет. То есть некоторые мои ролики, в основном это инструкции по плетению, туториалы, они попадают в рекомендованное, и таким образом люди смотрят, появляются новые комментарии, какие-то благодарности, я на них с удовольствием отвечаю. И видно, что растет количество подписчиков, я этому очень рад, ну и понимаю, то, что подписчики ко мне все-таки приходят за инструкциями по плетению, за видеообзорами, но... Забрал с новой почты сегодня 8 застежек от Art Casting Pride. Это у меня заказ такой на 8 браслетов на барбершоп в другую страну. Какую пока говорить не буду. Вот надо их сначала сделать, чтобы не сглазить. Покажу, будет 8 одинаковых браслетов с застежками, череп, бандане. Такие вот 8 кайфовых застежек. Это помимо косметики мужской и всяких штук для бородачей, для там туризма уже некоторых вещей. У меня в арсенале, в моем маленьком магазинчике, скорее всего, начнут появляться вещи. И мне интересно будет тоже ваше мнение. Если, кстати, говорить о вещах, вот есть классные штаны от компании Дикасо Family Factory, семейная фабрика Дикасовых. Работают они уже 20 лет, но если быть точнее, с 1989 года. Делают очень классные, ну, начиная с того, что делали очень классные реплики на классическую милитари одежду американскую. Это бомберы, это классные М65 куртки. Собственно, люди знают толк, знают, как это шить, как это делать. И, соответственно, согласитесь, если столько лет продержаться на рынке, то делать они точно умеют. Вот. И, соответственно, есть вот такие штаны, которые уже можно купить у меня. Стоят они всего лишь 750 гривен. Карманами на заднице, плюс карманы посажены низко. И, соответственно, смотрится это очень круто. С двумя боковыми карманами, которые, ну, как накладные, но они не торчат. Это смотрится очень стильно и классно. Выглядят они современно, модно. Тут такой хлопок с нейлоном вроде. Они немножечко тянутся. Вот. И полиэстером. Вот. И, ну, как по мне, очень крутые. Все, что надо для активной деятельности. И они легкие. Вот. И опять же, я знаю качество. И они не поползут, не выцветут. И согласитесь, за цену 750 гривен отхватить такие штаны. Я, в общем, уже отхватил. Кому интересно, обращайтесь ко мне. Вот, и, конечно, интересует ваше мнение по поводу того, стоит ли мне делать акцент на вещах или вещи вещами, а в YouTube запиливает это Любомир инструкции по плетению. Или же вам это интересно и обзоры на вещи, и на какие-то приблуды для туризма и путешествий, и, соответственно, инструкции по плетению браслетов, темляков. Пишите, пожалуйста, в комментарии, что именно вам показать, и я буду стараться это делать. Вот уже начинаю делать себе стеллаж с вещами. Вот.
пока там три футболочки, одна моя, бородатые клубы, клуб бородачей Николаева. Вот, и, соответственно, есть в наличии уже софтшеллы, опять же, от Дикасовых, от Дикасов Family Factory. Софтшелл без капюшона, вообще легенький, удобный, простой. Вот, и по ценам, друзья, по ценам они стоят 1350 гривен всего лишь. Смотрите, какой охрененный М65. Вот это М65, эту курточку вы могли видеть в моем инстаграм-аккаунте, на фоточках я в ней. Много кто задавал вопросы, ни хрена себе, что за куртка, как купить. Она сделана из плотного канваса хлопкового. Очень такая охрененная куртка. Капюшон здесь вставлен в воротничке. И вот такой вот Бруклин тоже есть у меня на фоточках. Тут сама куртка канвас, а рукава софтшелловая. А у себя на канале создал плейлист, который называется Freedom Transformator. Вот так вот написано хэштегом FD Transformator. Вот, и кое-кто стал спрашивать, типа, зачем это, для чего и про кого. Ну, собственно, я участвую в проекте, который называется «Трансформатор», который устраивает как раз, организовывает этот проект магазин Freedom, в котором я работаю. Ну и, соответственно, цель проекта в том заключается, чтобы брать интересных людей города, вот, а может быть потом не только города, и создавать им различные образы и делать прикольные фотосессии. Вот. И, собственно, я там снимаю бэкстейджи, снимаю на видео, как это происходит. Каждый раз оно все выглядит по-разному. И для того, чтобы как-то не терять отснятый материал, это все выкладывается на Facebook, на странице как раз магазина Freedom. А я для того, чтобы это все не терять, заливаю на свой YouTube-канал. Шел 10-й час съемки. На самом деле здесь прикольно, но мы вот сейчас это все снимаем, короче, и нам очень холодно. Сегодня у нас очередной выпуск программы «Трансформатор», и сегодня в нашем выпуске замечательный дизайнер, с которой я уже делал как-то передачу, Яна Беляева. Сегодня будем переодевать Яну, фотографировать, веселиться. Сегодня снимаем просто очередной выпуск «Трансформатора». Это то, что я во влоги свои не вставляю. Но так как я попал на такую интересную локацию, то я решил вам ее показать. Заброшенный санаторий. Смотрите, какой потолок крутой. Слушай, а ты как думаешь, ребята вообще вовремя будут? Они будут любят, они любят опаздывать. Я знаю просто, что они любят опаздывать, поэтому. А теперь наша любимая рубрика «Косметика для мужиков». Собственно, что я хотел показать. Смотрите, компания Manly выпустила охрененную глину, которую посвятила 1 апреля. А, собственно, они сделали гениальную глину, у которой на этикетке указали собакомобиль из фильма «Тупой еще тупее». И, соответственно, на крышке героев данного фильма. Вот. Собственно, все описание в банке с приколами. Формулу улучшили. Это мат клей. Просто с улучшенной формулой. Стала более мягкая. Фиксации не теряет. Пахнет таким абрикосиком. Особенно, когда растираешь, вообще отлично. Ну и, соответственно, на баночке написано, что можно мазать на хлеб, берегите от детей, чтобы не сожрали и так далее. Это limited edition, это вообще прикольная штука, которую можно подарить любому человеку, который пользуется укладочными для волос, будь то мужчина и даже женщина. Вот. И, соответственно, это ни в коем случае не реклама, а просто реально это прикольная, крутейшая баночка. Так что пока они еще есть в наличии, вот, пишите, обращайтесь. Ну и я не мог обойти стороной такое классное дизайнерское решение. Ну и опять же, внутри просто бомба. Мы в Киеве на Baby Expo, потому что наш ребенок не только занимается карате, но еще и участвует в детских показах моды.
Вот это наш первый выезд в Киев в такой роли. Мы немножко переживаем. Вот. Ждем, когда все это будет. Сейчас. Тут очень-очень много детских игрушек. Если бы я был маленький, я бы, наверное, захотел здесь жить. Прикольно. Лепить можно? Класс. Мокрый. Сегодня я хотел поставить здесь у себя перегородочку, чтобы немножко отгородиться от туалета и сделать вот такую уже почти полузакрытую лабораторию, чтобы было кайфово, как бы лампово. Ну, в принципе, у меня и так кайфовая лампа, но хотелось еще больше какого-то антуража. Договорился с человеком, сказал, что надо. Вот, он назначил мне время. Я к этому времени прям точно, 8:30, говорит. Я, соответственно, встал пораньше, чтобы все дела сделать, потому что, знаю, приду сюда, он будет устанавливать, я не смогу работать, я освободил бы время под это. С утра выполнил ее специально, вот эти 2 часа, которых он обещал, за которые он поставит. Вот, прихожу еще и заранее, там, взял с собой денег, чтобы ему доплатить остаток, короче, аванс я вносил. Сижу, жду, а его нету. Пишу, а его нету. Звоню, а он трубку не берет. А потом появляется и говорит, да, начинаю работать, в 10 буду. То есть вот так вот просто. Просто вот. В итоге, короче, я не знаю, как бы поступили вы. Я сказал то, что мне уже ничего не надо. Прошу аванс свой назад. И буду жить без перегородки. Меня жутко бесит, когда люди с тобой о чем-то договариваются, назначают тебе конкретное время. Или люди тебе должны и говорят, да, я дам 20-го. Вот. А потом ты начинаешь им писать, они говорят, да, я вот сейчас немножко занят. Ну, бля, так не делается. Я не могу работать с такими людьми. Вот, серьезно, мне так накипело в последнее время. Это уже не первый случай. Вот такое, короче. Значит, будем жить без перегородки. И не буду я вам ничего показывать. Люблю приходить в магазин рано утром, когда никого нет, потому что тут какая-то такая атмосфера. Мне все время кажется, что я зашел и спугнул вещички, потому что они здесь танцевали и угорали, пока не было людей. Одевались друг в дружку и танцевали перед зеркалами. У них были крутые фэшн-показы и прочие пироги. Такая вот история.